Девчонки, всем привет! Я вернулась с баррикад, живая. Меня не арестовали и не побили. Как-то даже зря сходила, что называется. Значит, вон у меня цвет, как говорится, революции. Так, значит, у нас сегодня 6-й завод. Начнем с заказов, а там посмотрим, как пойдет. Потому что очень много невыкупленного с прошлого раза, и я это тоже хочу показать. 1977. Очень классная модель. Второй раз ее заказывают. Розовое золото попросили напаять. Оно подписано как красное. Гранат натуральный. Вот такая вот интересная современная модель. Такой дизайн неизбитый. Классно сидят на ушах. Отлично просто. $54. 1977. Девочки, все, кто ждет крупные браслеты, шарики или кианитовые, сегодня в этой поставке не пришло. Так что сразу, чтобы вас не расстраивать, сразу в начале, чтобы вы не ждали. Значит, 15-40. Как комплект, который безумно все любят. Его постоянно заказывают с разными вставками. Луники в данном случае. Пришла только пара серег. Кто-то, вероятно, дозаказ сделал. Голубой фианит. Золото вокруг, лунник, французская петля с крючком. $69 такие серии. Там идет так, очень легко запомнить. 49, 59, 69. 49 кольцо, 59 кулон, 69 серьги. Или наоборот, 49 кулон, 59 кольцо, 69 серьги. Не помню, но то, что 69 серьги, это точно. Это, собственно, то, что нам нужно на данный момент нашей жизни, так сказать. Так. Сейчас, девчонки, я вам покажу полный комплект. Тоже с луниками, но с белым фианитом. Значит, серьги. Вот они. 69, соответственно. Кулон. $49. Таки да, кулон 49, а кольцо 59. И кольцо. Кольцо на большой размер. Кто просил? Сейчас мы его промерим. Оно у нас 20-ка. Кто девчонки просил? Но 20-й. Так что вот у нас весь комплект. Все три части. Цепочка очень нежная, тонкая, такая очень приятная к шее. И самое главное, что ее можно будет снять и поменять в случае чего на другую цепь, если кому-то нужно. Так, девчонки, $86, 17,60. Просили его на 18 размер, то есть это 17,5. Цитрин. Золото и дорожка из перидотов. Сейчас мы проверим, насколько это 18. Да, в принципе, да. Но он маломерит. Это 17-17,5. Только очень интересный дизайн. Тоже девочкам понравилось. И его уже заказывают не первый раз. Притом с разными вставками. И с золотом, и без золота. Такое вот оригинальное кольцо. 17,60. Так.
Дальше тоже очень понравились девчонкам серьги. 582 модель. Тоже уже несколько раз заказывали. Это у нас золото. И вот такие вот багетики-фианитики. Французская петля с крючком. $54. Далее. Девочки, кто просил тарелки, я их видео показывать не буду. Обратитесь, пожалуйста, в личку. Дальше. Вот такой набор. Это у нас, кстати, 1556, который девочки постоянно заказывают голубое кольцо. И нам сделали просто посмотреть, как это в продажу. Это не заказ чей-то, насколько я понимаю. Это белый кубический цирконий, 18,5 кольцо, 1556. Вот такой вот набор в продажу. 86 долларов серьги и, сейчас вам точно скажу, $53 кольцо. Значит, это вот такой вот набор. Здесь идет золото, здесь идут фианиты по краям и центральный огромнейший фианит посередине. Модель эту обычно заказывают с голубым камнем, но вот мы решили посмотреть, как будет все-таки с белым. Смотрите, какая прелесть. Это, еще раз хочу повториться, набор в продажу. Он ничейный, просто решили поэкспериментировать. Так что кому нужно, забирайте. Можно, разумеется, его поделитесь. Кому-то нужны только серьги, кому-то кольцо. Или кольцо не подходит размер. 18,5 в данном случае здесь. Ну, пожалуйста, можете забрать. Вот такой. Будет, конечно, нереально на солнце сверкать. Если даже не представляю, как это будет здорово в ушах смотреться при солнечном освещении. Да и споты, когда в зале, например, тоже. Я обожаю в лифте рассматривать украшения. У нас там 4 спота таких на потолке. Пока доезжаешь до 4 этажа, все можно рассмотреть. Все блестяшки. Это еще раз 1556. Но у нас был 1556. И заказ. Сейчас глянем. Серьги. Светло-голубой просили. Вот он, красавчик. Я вам советую этот комплект заказывать вместе всегда с кольцом, не отдельно, потому что у них миллион оттенков фианитов. Сваровски это все пронумеровано обычно, у нас по какой-то причине нет. И поэтому может быть такое, что будут в кольце и в серьгах разные оттенки голубого. Поэтому, девочки, если вы хотите, имеет смысл сразу заказывать все, чтобы на заводе подобрали все 3 камня одинаковых. Шикарные серьги, очень красивые. Как я уже сказала, стоимость их $86. Здесь у нас золото, белые фианиты и вот такой шикарный голубой фианит. Так, далее. А далее у нас будет следующее. У нас, ребята, из шариков есть всякие, сейчас будем рассматривать. Сейчас вот я даже здесь все построю и будем вынимать. Кстати, это не весь заказ. Это просто у меня была оказия. Я встречалась со своим другом Рувеном, который также клиент 6-го завода, у него магазины. И он просто для меня привез то, что было готово на тот момент.
Поэтому, девчонки, у кого чего не пришло, вы не переживайте, это просто часть. Кстати, я вижу, у нас еще один 1540 будет. Сейчас мы его тоже рассмотрим. Только не с луниками, а с лабрадорами. А знаете что? Давайте, наверное, с него начнем. Значит, 1540, серьги и кольцо. 10,5 американский написано на пакетике. Девчонки просят оттенок. Невозможно подобрать. Я вам боюсь обещать, сразу говорю. Вот я попросила синий лабрадор, но он максимально подобрал. Я надеюсь, что это вас устроит, потому что оттенки синего тоже бывают разные, так же, как и оттенки зеленого. У них есть оттенок посередине, синий-зеленый, есть темно-синий. Короче, куча всего, и часто многих оттенков нет, и я очень боюсь обещать. Я знаю, что девочки есть, которые ждут круглые камни, например, на 808 модель, уже, наверное, полгода определенного цвета. Ну, что делать? Нету. Значит, это у нас написано 10,5. Ну, ощущение, что так оно и есть. 24 миллиметра. Значит, здесь у нас идет только серьги и кольцо. 69,59. Белый фианит, золото и синий лабрадор. Все, с 1540 мы разобрались. Теперь шарики. Шарики, смешарики. Кто просил H9, у шариков есть буква перед артикулом. Кстати, сюда можно, может быть, даже, я не считаю, что это надо, сразу вам говорю, но как опция можно поставить английскую швензу, но мне кажется, это будет лишним. Значит, H9 у нас стоит, ребята, $47. Сюда входят три вида шариков и такие вот золотые тоже. Это, разумеется, не чистое золото. Я думаю, что это Goldfield или... А может и золото. Кто его знает. Ну, если даже это и золото, то не весь шар золотой, а просто сверху покрытие. Надо бы это выяснить. Прояснить этот момент. Скорее всего, это Goldfield. Goldfield это, я в пробирной палате проверяла, израильский Goldfield, это 17% золота в сплаве. Это напайка золота на какой-то другой металл. Но в заводских условиях, то есть это не сидит ювелир, как вот и не напаивает, а это именно какие-то сложное оборудование для этого нужно. То есть это не напайка, вот как кольцо с напайкой сверху. Нет, это все делается уже при наличии какого-то оборудования. Так, смотрите, что у нас тут. Такая милашка шариковая. У нас вот такой кулон. И вот такие вот по бокам штучечки. Надо вот, конечно, такие вечно на куклу показывать. На шейку. Сейчас кот вскочит и начнет ловить. У него же даже глаза сузились. У нашего... котика. Так, кто ты такой? Это H25, и стоит он, ребята, $68. Сейчас попробую поближе детали. Здесь у него жемчуг натуральный, шарики, смешарики. Так. Следующий шарик, смешарик, H16, браслет, стоимость его $93, и у него вот много разных, сюда бы я добавила защитную вот эту страховочную цепь. Вот он так красиво очень будет у вас на руке смотреться. С бирюзой, соответственно, натуральной. Видите, тоже вот такие вот блинчики. Гольфильдовские.
Очень красивые тоглы делают. Шикарные просто. Смотрите, какая красота. Красивенько. Значит, написано, задана длина 18 сантиметров. Далее. 14, H14. Вот он. 7 звеньев, гранат. У нас вот эти браслеты идут по звеньям. Это очень маленький размер. Что-то вот сильно прям маленький, крошечный. Что-то мне кажется, мы напутали 7 звеньев. Что-то мне не нравится такое. 7 звеньев, 14. Сколько ж ты стоишь, дорогой наш? $54. Девчонки, я сейчас вам скажу, у меня тут линейка есть. Я сейчас вам просто даже длину его сообщу. Может быть, действительно кто-то из девчонок худенький у нас. Он, ребята, 14,3 миллиметра. Что-то мне кажется, это совсем на тонкое запястье. Посмотрите, прям детский. Есть у меня ощущение, что что-то тут у нас... Какой-то сбой произошел. Кстати, гранат граненый, очень красивый. Ладно, будем выяснять. И дальше. О, смотрите, какие красивые серьги пришли. Девочка их ждет, как раз вчера спрашивала. Я еще сказала, что я не помню, я не видела их пакете, а они вот они. Значит, идет это вот таким образом. Так. Вот. Английская швинза. И вот так вот у вас будет в ушах это вставлено. Смотрите, какая прикольная штука. 13,79 артикул. 13,79. И, девчонки, я что-то его не вижу. А, нет, вижу, пардон. $59. Тоже золотой напайкой. Ну, такая интересная штука. Здорово. Так. Хорошо. Следующее у нас что? Ага, вот тут у нас 12,79 кольцо просили на 20 размер. Цена кольца $56. Золотые напайки. Тоже уже не первый раз. У нас обычно кто-то первый заказывает по каталогу. Потом девчонкам нравится, они тоже просят заказ. Кому нужен каталог? У меня он не полностью, но страниц 5 там есть. Благодаря Леночке, которая, муж, который нам это в PDF перевел. Правда, у меня еще сейчас там кое-что пришло, надо добавить. Но, в принципе... Часть хотя бы есть в каталоге. Ну и, конечно, можно видео смотреть. Знаете, какая прелесть? Что это такое? Давайте я разберусь, что это такое. Как оно выглядит. Так, вот, смотрите, какая интересная штука. Асимметричная. Хм. Это у нас, девушки, штука 1631. Без золота. И стоит такая штука, чтобы вы знали, $41. Смотрите, на подарок, например, супер. Я только не совсем понимаю, как это закрывается. Что-то я не поняла, если честно. А, девочки, какая же я непонятливая. Здесь крючок. Вот он. Это получается замочек. Видите? Я его сейчас не хочу разжимать, чтобы он не... Ничего не по... А, хотя, ладно, вот, пожалуйста. Вот как оно закрывается, оказывается. О, вот так вот. Какие у нас интересные варианты.
Прям на подарок, по-моему, очень классно. И цена отлично. Так. Кто ты такой? О, это тоже просили. Это к браслету. В прошлый раз было два таких браслета. В этот раз только кольцо попросили. Значит, оно на 18,5. По ощущению оно меньше, то есть оно мало мерит. Оно идет 18,2. Девчонки, оно мало мерит. Значит, оно подойдет на 18 размер, не больше, сразу предупреждаю. 239. Цена такого кольца у нас $58. Золото здесь у нас. Жемчуг, фианиты. Всего много. 17,5, между прочим, тоже хорошо сядет. 17,5-18. Девчонки, не больше. Сразу вас предупреждаю, кто его заказал. Максимум 18. Что мы по времени? 22 минуты. Далее. Такие малютки. Серьги-малютки. Серьги-малютки с бабочкой. А, стрекозой золотой. Пожалуйста. У вас от стрекоз я очень люблю украшения. Почему-то мне очень нравится. 14,99. Артикул. Цена $47. Золотая стрекоза. Французская петля с крючком. Просто лапочки. $14.99. Так. Хорошо. Нравится нам это дело. Это кто-то из девчонок. Это новые. Мы ни разу такие модели не видели. Вот тоже девочки заказали вот такую классную модель с бирюзой. Красное золото. Бирюза. Гвоздики. 45 сантиметров цепочка. Если вдруг что, можно менять ее, насколько я понимаю. Нежная такая, очень красивое плетение. Такое приятное. И вот такие вот серьги. Значит, они у нас красное золото, гвоздики. И вот такой комплект с бирюзой. А, цена. 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 Значит, серьги у нас за $59. Кулон у нас $44 вместе с цепочкой. Далее. Тоже, по-моему, новая модель серег. Я ее ни разу в живых, как говорится, вживую не видела. И вот такая оригинальная. Это у нас французская удлиненная петля. У нас вот такие классные. Я даже не знаю, как это назвать. Листики с микрожемчугом. Смотрите, какие аккуратненькие. 16,96 артикул. Девчонки, при заказе без артикула, к сожалению, не сможем. На заводе просят только с артикулом подавать. Поэтому я все артикулы проговариваю. Сколько ты стоишь? $66, девчонки. Золото полностью здесь идет у нас. Листик. Один, второй у нас, видите, тот, который полый, он золотом. Вот такой вот. И вот такая красота. 16,96. Очень оригинальные модели. Мне очень. Они нежные и израильские, и с золотом. И все как-то... Все вместе. Так. И из этой партии последнее, что пришло. Значит, смотрите. Это у нас ребята... Амазонит.
Амазонит. Я еще в чате делала голосование, с какими вставками его сделать. Потому как тут помимо амазонита есть еще натуральные камушки небольшие. И мы решили, что у нас будет 2 черных шпинели и 1 цитрин. 2 черных шпинели и 1 цитрин. Значит, у меня здесь кольцо на 18,5. И у меня французская петля с крючком серьги. Размер камня 18 миллиметров. Просто это я эту информацию знаю, поэтому я вам ее говорю. Тогда там, где я не знаю размер камня, я просто молчу. Но тут я просто знаю, что это 18 миллиметров. Вдруг кому-то важно. 10,45. Это стоимость, господи, это артикул. И сейчас посмотрим цена. Значит, серьги получаются, ребята, $61. И кольцо. Сейчас скажу. Сейчас. $53. 61, 53. Очень красивый набор. И это, соответственно, в продажу. Это не заказ. Это новая модель, которую мы обнаружили. Так. Это, собственно, то, что было в этой посылке. Я сейчас хочу показать вам, ребята, то, что в прошлых посылках я не успею все одно видео. Это будет потом, я перемешаю с невыкупленными от Шаблюля. Но вот пока, я думаю, минут 5 можно занять ваше внимание. Значит, во-первых, девчонки, у меня лежит до сих пор непонятно чей гранатовый комплект. 49, он даже швензу согнула случайно. Сейчас мы разогнем. О, все, теперь все хорошо. Значит, 49. Кольцо 59, серьги, указан 18 размер, гранат, золото, белые фианиты. Это был заказ. Ну, тут, в принципе, все в заказы. То, что не выкуплено, если вы находитесь сейчас напротив ваших экранов, сообщите мне о судьбе этого комплекта. Либо я выставляю его в продажу. 15.36 артикул, 49.59 стоимость. Так, далее. Номер 2 вопрос. Вот таких вот серёг заказали много. Есть вариант, что просто пришло больше, чем нужно, потому что их не хватило, и потом мы дозаказывали, и их там штук 5 пар, наверное, пришло. Я подозреваю, что просто одна пара осталась лишняя, и все, кому нужно было, забрали свое. Значит, $59, 809-я модель, золотая вставка идет посередине, фианит багет, вот такой вот. Французская петля с крючком. И они так на ушах очень даже здорово смотрятся. Так что, девчонки, если кто свое... не свое, а в смысле, кому нужно, забирать. $59. $578 артикул. $49. Золото и фианит. 18,5. Маломерит садится на 18. На руке очень удобно. Золотая напайка, фианитик. $49. Так, дальше, девушки, вопрос у меня такой. У меня есть набор. В наборе в этом есть небольшая проблема. Я вам скажу, какая. Значит, смотрите, здесь, в принципе,
у нас идут серьги и кольцо, и все три разного оттенка. Это более голубой, это синий, это вообще зеленый. Я прям не знаю, что делать. С одной стороны, ну как бы, есть люди, которым нравится асимметрия, даже в оттенках. Если есть такие люди, я вам отдаю, соответственно, $69 эти серьги я отдаю по скидке за $59. Здесь есть золотая напайка и фианиты, французская петля с крючком. Либо я буду возвращать на завод. Кольцо же, оно как бы автономно, оно не можно его просто отдельно. Вот я его поэтому выставляю в продажу. $54, 19 размер, оно само по себе. Вот такая вот история. Так, есть у нас кольца с яшмой океанической. А, нет, девчонки, извиняюсь, это не яшма. Что-то я не то такое сообщила вам. Это серафинит. 17 размер. Серафинит. $51. Ну, яшма тоже будет, девочки. Оно идет 16,9 миллиметров, ну, на 17 садится. Дальше. 17,8 миллиметров. То есть, это восьмерка американская. Это кольцо номер 8. У него есть номер. Океаническая яшма на 18 палец. Тоже $51. Это было кольцо номер 8. Кольцо номер 4. Они просто пронумерованы. Это у нас идет... Размер написан, но я не очень поняла. Значит, тоже маленькая. Это 17. Видите? Океаническая яшма. Она вся совершенно разная. Нет ни одного повторяющегося камушка. И, ребята, кольцо номер 1. Это тоже океаническая яшма, но она другая. Она большая. Это 19, может даже больше. Сейчас, секунду, я промерю, потом его покажу вам. 19,3 даже. Вот она. Смотрите, какой цвет. Шикарнейший. На коралловый похож. $51. Это кольцо номер 1. То есть у нас есть 1, 4, 8 и серафинит. 4 одинаковых модели разных размеров. Так, девушки, остальное я, вероятно, вам покажу уже в следующем выпуске. Потому что девочки просили еще чокеры показать, если можно. Девчонки, значит, сразу хочу вам сказать, что обычно шпинель черная. На нее всегда просят в заказ много кто. Я вам покажу сейчас, что у меня есть. У меня есть два. Это шпинель тонкая в 1 миллиметр. Ее стоимость $43, 41 сантиметр с удлинением. Сейчас я ее вот так вот. Нежные кулоны на нее можно вешать. Она вся, кстати, там внутри ювелирный тросик. Так что, в принципе, она выдерживает натиск, как говорится. Но не кирпичи, конечно, на нее подвешивать. Но она идет как ювелирная нитка. Видите, на шее очень нежная. Ее номер 11. Есть вторая шпинель. Пока больше они не принесли. За $44. Это номер 14. Она крупнее, тут 2 миллиметра. Ну вот для сравнения ширины и толщины. Вот, видите, как идет. Шпинель, конечно же, отлично на любой кулон, поэтому
как бы даже я и не показываю вам, поскольку и так понятно, что это дело красивое. Но если сейчас увижу какой-нибудь подходящий небольшой кулончик нежный, то я вам покажу. А пока чокер номер 12, натуральный гранат Пероп, $50. Серебряные шарики, тоже удлинительная цепочка, тоже на струне. И сейчас мы ее вам, его вернее, так, конечно, длинные ногти, это тяжко. Так, вот, вот так вот он смотрится. Это если просто на шею. Если что-нибудь к нему красивое подвесить, ну, что я могу вам тут показать? Конечно, логичнее всего было бы что-то гранатовое. Но у меня сейчас на данный момент здесь гранатового ничего, но есть рубин. Хотя. У меня есть оплаченный, но не отправленный еще гранат Марины. В Чехию он улетит. Пока он не улетел, мы им воспользуемся как моделью. Ну вот, смотрите, девчонки, это вот так вот. Гранат на гранате. Марин, не переживай, твою цепочку я тоже верну обратно. Все будет хорошо. Возвращаю. Очень крупные, красивые бусины. Это из старых запасов, как я поняла. То есть, такой в заказ пока не принимают. Говорят, что это была старая очень низка, которая лежала у них в музее, так сказать. И вот они из нее сделали. $50. И четвертый чокер, который сегодня хочу показать, под номером 13. Он помельче. Если там сейчас гранатовые это 3-миллиметровые бусины, то это 2-миллиметровый. И здесь идет абсолютно фантастический микс. Здесь у нас я вижу и голубой топаз, и цитрин, и есть тут также кварц турмалиновый. Короче говоря, всякого разного, интересного, хорошего. Значит, такой чокер стоит, сколько ты стоишь? $46. Это у нас тоже идет с удлинительной цепочкой. Ну, вот если как бы на белом, конечно, не очень красиво. Но поверьте мне, что сверкает он на солнышке тоже здорово. У него все эти грани отображают цвет. Отражают, не отображают. Отражают, конечно. Ну, из кулонов, на что тебя можно подвесить. У меня есть отличный кулон. Пейзажная яшма с мандариновым цитрином. Вот так вот он называется. Я не знаю, мандариновый цитрин. Как говорится, take it or leave it. Вот так вот название было вписано. Это америкаша наш любимый. И, по-моему, отлично вот можно посмотреть. Вот таким образом. Кстати, кулон в продажу. $40. Его стоимость. Отличный цитрин. Красивая Сашина пейзажная яшма. Она мне еще напоминает Калахари от Хартова, между прочим. Может быть, это она и есть. Один к одному прямо. И вот такой вот мандариновый цитрин. Почему он мандариновый? Не знаю. Мадейра, может быть, имелась в виду. Как-то неправильно перевели. Черт его знает. Но на этой нитке шикарно. Так, и еще у меня остался здесь же красивенький, иди сюда, сердечко от Красной Пресни. Это чтобы показать, как смотрятся просто серебряные кулоны на таких чокерах. Ну, смотрите, по-моему, тоже очень красиво. Добавляет цвета, добавляет оттенков. По-моему, очень даже неплохо. Ну, собственно, на все. Значит, еще раз хочу вам его целиком показать. Очень стоящая ниточка, очень классная. Хорошая подборка.
46 долларов. Так, ребята, у нас 39 минут. Все, заканчиваю. Всем пока, до следующего видео. И, разумеется, нет войне.